25 лет назад в Черноголовке осенью начал работать лицей. Работал он в рамках школы, то есть это не было какое-то отдельное помещение или отдельная структура. Образовало это учебное заведение Ольга Юрьевна Варламова. И сегодня я с ней встретился для того, чтобы вспомнить, как это происходило, зачем вообще нужен был лицей, почему нельзя было обойтись той же общеобразовательной школой, которая была, есть и есть в других населенных пунктах. Вот у нас Черноголовка, научный центр. Ольга Юрьевна, как получилось, что вы решили создать лицей? Во-первых, небольшая поправка. Лицей, конечно, действительно существовал в рамках школы в самом начале и в конце своего существования. А в середине был период, когда лицей был самостоятельным юридическим лицом, и у нас даже есть выпускники, которые получили аттестат с печатью Черноголовского лицея. А почему нельзя было остаться в рамках школы? Ну, понимаешь, это был эксперимент, это были новые идеи, которые начались с концепции гуманитарного образования и потом распространились и на другие профили, которые к тому моменту существовали уже в школе 82-й. Это были другие формы, которых не было в школе. И поэтому, само собой, это была отдельная экспериментальная площадка, на которой мы все это и пробовали. Можно выделить каких-то людей, кто конкретно подал эту идею? Это была моя идея, и я пошла искать единомышленников. В этом смысле мне было удобно, потому что я в свое время закончила 82-ю школу, и я хорошо знала учителей, и я закончила ее как ученица, и потом работала в 75-й школе, и таким образом знала всех. И те, кто в 82-й работал, и те, кто в 75-й работал, и я пошла искать единомышленников на это дело, рассказывать, что это такое. Мне очень помогли мои собственные учителя, которые к тому времени были уже маститыми педагогами, опытными, и у меня их было много в лицее. А также я пригласила многих молодых учителей работать. Вот помню, как-то было интервью на Чагатауне, мне кажется, с Андреем Ивлевым. И вот он сказал, что лаборатория 82-й школы сыграла очень большую роль вот, в развитии образования 82-й. Это правда, с этим нельзя поспорить. Он сказал, что и в лицее все преподаватели пришли из лаборатории. Но там он тоже, кстати, ошибся, потому что в основном это было так, да. Но несколько педагогов пришли в лабораторию из лицея. Это были Наиль Кудус-Чхананов и Татьяна Анатольевна Шипова. Вот как раз они из лицея пришли в лабораторию, так что мы тут тоже свой вклад внесли. Вот педагоги Орлова Евгения Федоровна, Бутакова Валентина Николаевна, Мартыненко Галина Петровна, Бычкова Лидия Олеговна. Очень-очень многие, очень многие люди, которые хорошо, которых я помнила как своих учителей, которых я знала просто по-человечески. И в этом плане мне было легко, у нас был очень хороший коллектив. Эти учителя, которых вы перечислили, они работали параллельно и в обычной школе, и в лицее? Кто-то из них да, кто-то из них нет. Костяк лицея работал только в лицее. Но, понимаете, если педагог известный, если это хороший педагог, конечно, его приглашают. Его приглашают и в другие школы, и в другие классы. Были люди, которые работали и так, и так. И все-таки вот был костяк, который работал только в лицее, потому что им хватало нагрузки только в лицее. Все-таки мы смогли постепенно набрать две параллели по три класса, 10 и 11, и 6 классов стабильно имели. Это достаточно большой детский коллектив. Это 150 человек детей или больше даже. С какими проблемами пришлось столкнуться в те времена и какие проблемы есть сейчас в образовании, на ваш взгляд? Пересекаются они как-то, перекликаются, или это разные проблемы? Это разные проблемы, абсолютно. С какими проблемами мы столкнулись? Ну, понимаешь, вот разговор, конечно, не шел о том, что были какие-то ужасные проблемы, с которыми мы столкнулись и начали заниматься лицеем. Просто появилось видение, новое видение. Черноголовка тогда была, Черноголовская школа 82-я была, по сути, физико-математической школой. У нее такого официального статуса не было, но в силу самой ориентированности Черноголовки на науку в этих сферах, и в силу того, что родители, в общем-то, также ориентировали своих детей на эти специальности, в силу того, что был сильный педколлектив по специальностям, таким как физика, математика и химия, само собой, здесь фактически получилась физмат-школа. У нас даже, вот скажем, когда я училась в 82-й, у нас да и часов физики, математики было больше, чем... То есть, может быть, даже
Расчет шел на поступление этих выпускников, школьников в вузы именно этой направленности? Однозначно, именно так и было. Тут я увидела какие-то новые точки роста в плане гуманитарного образования, и оно было востребовано тогда, потому что все-таки тогда было уже... Мы уже как страна, мы тогда произвели перепроизводство инженеров на тот момент. Нам нужны были люди других специальностей. И поскольку было видение, были идеи, вот, собственно, вот и был коллектив единомышленников, вот мы их и предложили, и они нашли отклик. Вся же черноголовка не может специализироваться на естественных дисциплинах. Понятно, что есть какие-то ученики, которые хотели бы другого. И вот у них не было хорошего варианта. Классы были гуманитарные, и до лицея, я сама в них работала. Но это было не то. Это скорее были классы, где не было столь серьезных курсов физики и математики. Скорее вот так они позиционировались. А вот у нас была совершенно другая концепция. Были реальные, углубленные гуманитарные образования, очень интересные. А с точки зрения организационных моментов тоже было оно очень интересное. Я со стороны, вот, буквально через столько много лет посмотрела, значит, что мы заявляли в 95-м году, а что в 96-м. И просто вот таким сторонним взглядом, посмотрев на это, я поняла, как же много мы сделали за один год. Сколько много направлений было открыто, какие интересные организационные формы были предложены. Мы вот, скажем, между 95-м у нас еще не было, значит, нескольких потоков по математике, например, а в 96-м мы их уже заявили. То есть в 96-м году уже математику изучать надо было в лицее не по классам, без привязки к своему классу. То есть классы существовали, но по математике весь поток делился на 4 уровня сложности. А ведь это нужно еще поставить в расписание. Так что расписание соответствовало бы требованиям к расписанию, чтобы это было всем удобно. А это было бескомпьютерное время. То есть все это делалось на листе бумаги. Это были многие-многие часы и дни утрясания вот этого всего, да плюс возможности педагогов. Это могло бы держаться только на очень большом интересе, но все не могут тоже так работать. Нужны были материальные стимулы дополнительные. Понимаешь, мне это было просто интересно, потому что это моделирование вот такой вот образовательной среды и образовательной такой вот этой реальности. Прогнозируешь, что ты можешь смоделировать, ты продумаешь, как ты это должен сделать, ты моделируешь, и ты получаешь результат. Это очень интересно. И плюс мы, конечно, решали проблему индивидуализации образования, потому что вот эти наши орг-моменты, они позволяли индивидуально выстраивать планы. То есть вот, например, на первом классе мы получили целый ряд индивидуальных планов, и на втором, значит, наборе мы получили индивидуальные планы учеников. У нас же были обязательные занятия, которые было меньше, чем в обычной школе. Потом плюс обязательные к выбору. То есть, скажем, вот 32 часа обязательно. 20 из них мы говорим, вот вы будете это изучать, и вы не можете тут возражать. А еще 12 часов вы обязаны выбрать, но уже из большого спектра. Не выбрать вы не можете, но спектр большой. Таким образом, они набирали 32. А вот сверх того еще 6 часов, которые, возможно, разрешены по предельно допустимой нагрузке, пожалуйста, хотите выбирайте, а хотите не выбирайте. Но это все... разные наборы предметов, обязательные, те из которых нужно выбрать и те из которых можно выбрать. Это были разные списки предметов. И это давало возможность составить индивидуальные планы или почти индивидуальные планы подготовки. А сейчас проблемы совершенно другие, насколько я понимаю, насколько я могу судить, потому что я очень пристально слежу за тем, что происходит в образовании все эти годы, и сама сотрудничала и с образовательными центрами, и с педагогами, и с некоторыми школами. И могу сказать, что сейчас совершенно другая проблема, и другие проблемы, и они очень большие. Ольга Юрьевна, реалии сегодняшнего дня – это единый государственный экзамен. Как вы к нему относитесь? Какие проблемы в нем видите? Нужен ли он вообще? Ну, это вопрос, который я очень люблю, потому что ЕГЭ, со всех сторон ЕГЭ, пресса кричит «уберите ЕГЭ», депутаты избираются в Думу под лозунгом «мы уберем ЕГЭ», значит, журналы, плюс такие журналы, как «Эксперт» пишут, что это вот ужасное зло, то есть они говорят «проблема образования», и быстренько весь разговор сводится к ЕГЭ, который, значит, вот все убил, все образование. Значит, что я хочу на это ответить? Ну, во-первых,
И хорошо бы, чтобы хорошо, если наши вот, зрители будут это понимать, чтобы их не могли выводить в заблуждение. Понимаете, ЕГЭ – это форма проверки знаний. Форма проверки знаний не может отвечать за уровень подготовки учащихся. Просто не может вообще. Если есть проблемы с уровнем подготовки, а у нас вот такие проблемы сейчас в школе, плохо подготовленные дети, и это вскрыл, кстати говоря, ЕГЭ в том числе, то первое, куда надо смотреть, в содержание образования. Содержание образования – это то, что преподается. Что преподается? Далее, следующий пункт. Нужно смотреть, как это преподается. В методы надо смотреть. Понимаете? И вот там искать проблемы. Конечно, есть люди, которые говорят, вот даже учителя говорят, что а вот по нашему предмету ЕГЭ так составлен, что такое впечатление, что этим составлением занимаются вообще люди, не знающие предметы. Ну, плохо, что я хочу сказать, если есть такие предметы. Но это же тоже не повод отменить ЕГЭ. Это повод поменять состав тех, кто составляет экзамен. Правильно? Ведь головную боль-то мы не лечим гильотиной. Также и здесь это, в общем, совсем не тот метод. Звучат такие реплики. А вот они, тесты, говорят они, тесты. И там натаскивают, и занимаются натаскиванием вместо обучение. Ну да, это тесты. Но, во-первых, давайте скажем, что у нас тесты до введения ЕГЭ активно присутствовали во вступительных экзаменах разных вузов. Не во всех, но было и довольно много. Никто не беспокоился, никто не возмущался. И иногда такие же форматы заданий, как сейчас в ЕГЭ, они были уже. Были в некоторых вузах. Значит, натаскивают плохо, конечно, если они натаскивают и только натаскивают, но с моей точки зрения они их не потому натаскивают, что это тест или что-то, а потому что они не могут добиться от них результатов. У детей недостаточные знания, и поэтому учителя переходят к натаскиванию. Если вы поменяете формат, и будет у вас какой-то другой экзамен, скажем, как раньше был экзамен или как на вступительных вузах, значит, они будут пытаться натаскивать, и когда у них не получится, будет массовая фальсификация результатов. Сейчас, когда школа отвечает фактически финансово, да, ну, по крайней мере, организационно, администрация отвечает, значит, за то, каков уровень ее выпускников с точки зрения ЕГЭ, будут писать за них экзамены и все. Будут писать, что выглядит лучше. Понимаете? Сейчас вот в наших реалиях, когда мы живем уже в стране, фактически победившей коррупцией, ну это нужно признать, будет вот так. Поэтому, конечно, не ЕГЭ виноват абсолютно. Можно там предъявлять претензии к его качеству и так далее, над этим можно работать. Но нужно сказать, что ЕГЭ ведь несет очень положительную роль, диагностическую. Благодаря ЕГЭ, который одинаков по всей стране и проверяется в нескольких всего центрах, да, мы видим картину по стране. Это очень важно. Вот ЕГЭ первый, он и вскрыл этот ужас, когда первый же год ЕГЭ показал, что ни математики, ни русского языка выпускники не знают. Это был шок тогда. Тогда был очень низкий уровень по Москве, да и по стране. По Москве был нижайший математики и русского языка. Значит, ну что сделали после этого? После этого, конечно, понижали планку несколько раз, вот этот вот требуемый порог, его понижали несколько раз. Вот сейчас министр образования сказала, у нас повысился, так сказать, средний балл по ЕГЭ. Но он повысился, после того, когда несколько раз понизили эти все критерии. Поэтому проблема лежит, конечно, в подготовке детей. Вот я помню, журнал «Эксперт» написал, что ученики по стране, буквально, мне кажется, год тому назад они написали, что ученики по стране демонстрируют знания только уровня начальной школы. Поэтому ну какое натаскивание? Если даже вас натаскивают весь 9 класс на ОГЭ, если вас натаскивают весь 10 и 11 на ЕГЭ, чего, конечно, быть не может, потому что они еще должны проходить программу. Но вот, предположим, 3 года вас натаскивают, но где у вас знания за 5, 6, 7, 8? Их же нет, если ученики демонстрируют там простейшие только навыки за начальную школу. Поэтому, конечно, проблемы лежат в том, чему детей сегодня учат в школе и как их учат.
но не в ЕГЭ. Если сейчас убрать ЕГЭ, вот сейчас будет еще хуже, потому что мы потеряем возможность видеть реальную картинку. Я, например, даже противница убирать вот эти простейшие задания там. Они какие-то там смешные, может быть, даже все говорят, ну что это, какие-то глупости, там спрашивают, был там Пушкин, вообще говоря, писатель или космонавт, это там надо поставить, да нет и так далее. Но я просто что хочу сказать, что это же единый экзамен. И если вы задаете какие-то совсем простые вопросы, вы позволяете вычислить, сколько у вас, ну уж совсем ничего не знающих учеников. А это тоже важный показатель, который нужен. Знающий ученик, ну спокойно, поставил на эти галочки там и перешел спокойно в часть С, которая в ряде предметов, в общем-то, похожа на вступительную часть вуза бывшей, где там надо решать задачи или писать эссе и так далее. Но так, зато вы тогда точно понимаете, потому что если вы задаете более сложный вопрос сразу, то у вас его может не решить, грубо говоря, тот, кто учится на 2, и тот, кто учится на 3. Они оба не решают его, и вы не получаете статистику, сколько у вас двоечников. Угу. Поэтому такие вопросы в ЕГЭ тоже нужны, они оправданы. Вы говорите об уровне подготовки школьников, которые выпускников и абитуриентов. На ваш взгляд, что не так в школе сейчас, из-за чего общий уровень упал? Ну, у нас не то в школе не только сейчас. Надо понимать, что те результаты, которые мы имеем, это вот может быть неожиданно для многих людей, которые думают, что вот последние десятилетия виноваты во всем, это результат гораздо более давних событий. Вот смотрите, в некоторых случаях это результат 40-летней практики уже в школах. Вот смотрите, у нас где-то с середины 70-х пошла такая тенденция, чтобы переписать учебники школьные. То есть учебники, вот была вброшена идея, что учебники школьные нужно написать на более высоком теоретическом уровне. Вот все это началось еще в середине 70-х годов. И учебники начали вот подтягивать под этот более высокий теоретический уровень. Естественно, работали ученые, часто очень именитые, маститые ученые, что совершенно неправильно. Потому что это другая профессия, и ученый, академик никогда не знает уровень возможностей учащегося, и что вообще он поймет, а чего он не поймет. То есть вот в этой попытке сделать образование лучше, мы на самом деле совершили очень серьезную ошибку. Вот эти высокий теоретический уровень, который превратился в какие-то наукообразные тексты, очень большие, очень объемные, это то, что не дает ученикам на самом деле понимать то, что написано в учебниках. Это одна из проблем. И этому уже вот фактически 40 лет. Вот и это результат. Но это не исправляется в средних учебных заведениях? Это не может исправляться в средних учебных заведениях, потому что этот тезис, он применяется на всех ступенях образования. И начальный, и средний, везде. Вот если вы почитаете учебники, скажем, ранние советские, и вы почитаете учебники, все же увидите, что это разница. Они по объему другие. Ну, то есть ученики начинают уже отрываться от реальности, от практики, обучаясь по вот этим новым с середины 70-х годов учебникам. Ну, они не то что отрываются от реальности и от практики, они все меньше и меньше понимают, что написано в этих учебниках. Ведь, понимаете, учебник должен быть ученику, Миш, он должен быть доступен. Если ты не понимаешь, что ты прочитал, то что ты можешь с этим делать? И вот сейчас такая ситуация, сейчас такие книжки. Дело в том, что учебник могут написать только учитель. Только учитель может написать учебник, доступный ученику. Не любой, конечно, учитель. Тот учитель, у которого есть для этого талант, там, данные и так далее. Но о том, что соберутся ученые и напишут учебники для детей, это абсолютно провальная идея. Я не знаю, кто нам ее подкинул, эту идею. Потому что на самом деле она нас ведет в очень, как сказать, такие... И она ведет нас к проблемам, на самом деле. Параллельно этому есть вторая негативная тенденция. С 1985 года изменены программы русского языка для начальной школы. И в начальную школу активно пришла фонетика. Русский язык изучается вокруг фонемы и всего, что с ней связано. Значит, ну, то есть, грубо, вот если это все очень упростить, для зрителя через звуки. Ученика сначала учат записать
транскрипцию слова, звуки, а потом начинает учить его правильно писать слово буквами. И поскольку ребенок маленький в начальной школе, поскольку ему же говорят, что в учебнике, что звук – это то, что мы слышим, произносим, буквы – то, что мы видим и пишем, и потом они пишут эти транскрипции, и у ученика в голове каша. И дальше ученик пишет, как слышит. У нас же категорическая неграмотность наших выпускников школы, категорическая. Посмотрите в соцсетях, как люди пишут. Это так называемый подонковский язык. Я не знаю, как это называется, но дело просто в том, что, значит, у этого есть причина. Детей учат писать звуками, а это маленький ребенок, у него работает зрительная память, у него рука отправляет в мозг, он запоминает, что слово пишется вот так. А дальше он начинает переучивать, как надо на самом деле писать это слово. То есть, значит, вот эта идея о том, что нужно писать через звуки, у нее есть, конечно, своя предыстория. На самом деле, с этой идеей с начала 20 века у нас тут пытаются ее внедрить. И на самом деле она находит отторжение, эта идея. Вот я недавно прочитала, что и Лев Толстой, оказывается, занимался, вот внес свой вклад в это звуковое обучение. Да ничего подобного. Лев Толстой в своей школе для крестьянских детей поставил эксперимент, что вот через буквы, через звуки я иду к буквам, чтению, письму, а вот через склады, да, то есть, ну, будем говорить, слоги сегодня. И он показал два разных результата. И он сказал, что через склады, через слоги можно учить абсолютно всех и очень быстро, в отличие от первого подхода. И написал, кстати сказать, соответствующее письмо, по-моему, в комитет, как-то там он назывался тогда, Московский комитет просвещения или что-то, о том, что поставьте открытый эксперимент. Но нет, мы продолжаем. Кстати, эта тенденция потом не развивалась в СССР какое-то время, а вот с 85 года опять внедрили. То есть когда пошло вот это потепление, перестройка горбачевская, да, вот с этим потеплением тут вот у нас оттаяли и какие-то совершенно такие негативные тенденции. И вот сегодня это то, что происходит. А как это можно сделать? Как можно вообще в начальную школу запихать много нового материала? За счет чего? За счет увеличения нагрузки. Но ребенок, понимаете, ребенок – это существо физиологическое. Оно сколько может нагрузки получить эффективные, столько может, а выше оно не может. Вы ему хоть 8 часов в день поставьте, он будет усваивать первых 4 урока. Это первое. Второе, значит, за счет чего? За счет того, что вы с ним меньше разговариваете, меньше пытаетесь обобщать, меньше пытаетесь там, ну, хоть какие-то начатки анализа с этим ребенком развивать. Вместо этого идут звуки, которыми грузит. Так вот, поэтому, как результат, у нас дети плохо вообще понимают, что написано, какая идея, какая мысль, какой эмоциональный фон у этой мысли. Некогда этим заниматься, звуки у них в программе. И вот эти неподготовленные, вообще читать сложный текст дети, выходят в среднюю школу и получают учебники на высоком теоретическом уровне. Вот две проблемы. Третья проблема – это, конечно, поголовная компьютеризация. Потому что, вообще-то говоря, вот есть такая наука педагогики, дидактика, которая рассматривает, как должен выглядеть обучающий носитель. Вот, ну, учебник, книжка для маленького ребенка. Там есть свои каноны, свои требования. Так вот, экран компьютера – это антидидактика. Это то, как не должно быть для маленького ребенка. Потому что маленького ребенка нужно научить концентрировать внимание. А экран компьютера – это то, что никогда не научит вас концентрировать внимание, а наоборот, все больше и больше будет способствовать, чтобы оно расконцентрировалось, это внимание. Сколько там все это выходит, вылезает там и так далее. Значит, вот проблема. И после того, как сейчас уже об этом говорят и пишут, и очень много западной науки, которая уже говорит, что да, это неправильно. Вот мы тут как раз к этому моменту, хотя мы идем с лагом, и могли бы, значит, вот этот лаг использовать для того, чтобы посмотреть, как это работает, нужно нам это или нет. Вместо этого мы сейчас как раз наконец поставили компьютер на каждый стол в начальной школе. Ну что ж, это очень плохо. Есть такой интересный факт, что дети сотрудников крупных IT-корпораций, Google и прочих, у них свои учебные центры, школы. И в этих школах, в начальной школе, запрещено использование гаджетов. Совершенно верно. Это верно и понятно. Но дело в том, что вообще это изучается в педагогических вузах. Как должен выглядеть носитель информации? Если возьмете, вот, например, советские учебники и книжки советские детские, вы увидите, что это все выполнено очень правильно. Поэтому вот он, компьютер, как третий фактор.
компьютер, который все время. Потом, понимаете, ведь формируется уже совершенно новое вот это компьютерное поколение. Вот недавно меня попросили проконсультировать девочку, и вот она, значит, выполняла задание. Она выполнила, мне дает. Я выставляю ей, где ошибки, пункты, в которых ошибки. Отдаю назад. Она раз-раз-раз, может, вот так? Я говорю, нет, не так. Отдаю. Она опять тык-тык-тык-тык. Может, вот так? Я говорю, да нет, не так, может быть, ты подумаешь. Один мой знакомый просто сказал, да это же копипаст. Понимаешь, это копипаст функция. Понимаете? Вот и все. Это вот не надо думать, у компьютера все есть там, да? Ты только должен, может быть, так, а может быть, не так. Да, даже поисковая строка. Ты начинаешь набирать, а тебе дальше предлагается вариант. Совершенно верно, потому что, когда вы выполняете учебное задание в процессе обучения, ответ – это не цель. Ответ всего лишь показывает, правильно ли вы рассуждали. Значит, ответ – это, значит, ход решения, надо посмотреть. Но они хотят получить правильный ответ. А как они его получили, для них не важно. То есть это абсолютное переворачивание с ног на ноги всей идеи образования. Вот компьютеры. Потом что? Ну, конечно, наша нынешняя эпоха тоже много чего тут негативного внесла. Вот эти, например, реформы образования, которые все ругают. Ну, там, конечно, есть о чем поговорить, безусловно. Вот, например, федеральный государственный образовательный стандарт. Я вот, например, открыла для начальной школы. Это ужас, что там написано. Это ужас, что там написано. И вот я сейчас прочитаю, например, вот даже выписала себе, например, ну, а стандарт – это требование. То, чего дети должны научиться, значит, по истечении этого срока обучения. Вот, например, один из пунктов. Я вам сейчас скажу, для начальной школы. Так, овладение навыками, овладение действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогии и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. Ну, дорогие товарищи, ну вот это все можно сделать только после того, как у вас развито абстрактное мышление. Развивается оно у ребенка к 12-13 годам. То есть никак в начальной школе не могут быть такие задачи. Да, конечно, мы его двигаем в том направлении, но что это за задача? Там в другом пункте у них вообще написано, что ученик начальной школы должен уметь адаптироваться в стремительно меняющемся мире. Я вот думаю, вот взрослых построить 40-летних и спросить, ну-ка, а вы все уже адаптируетесь в стремительно меняющемся мире? Вот это написано в нашем федеральном государственном образовательном стандарте для начального образования. Понимаете? То есть, что вот это все? В советское время была одна задача у начальной школы – научить детей учиться в средней школе. То есть дать им такие навыки, чтобы они могли с ними учиться. И вот если бы учитель себя спрашивал, а вот то, что я делаю, вот, например, вот эти транскрипции, я пишу что-то, оно что дает ему в средней школе? Он что с этим будет делать? Это как его? Это продвинет его понимать учебники, читать тексты. Вообще говоря, ведь школа работает не для того, чтобы научить конкретным знаниям. Это да, но это вообще-то во вторую очередь. Школа работает для того, чтобы развить мозг ребенка. Развивать его некуда. Значит, поэтому вот это вот русский язык, который проблемный. Я уж не говорю о том, что это вообще говоря искажение сути русского языка. Потому что когда вы идете через фонетику, через фонему, у русского языка, он выглядит языком без законов, у него нет закономерности в языке. А если бы вы шли через морфему, то вы бы видели эти закономерности, потому что у русского языка есть закономерность, и тогда он не выглядит таким ужасным, в котором надо все запоминать, значит, в нем ничего не понятно, тогда он выглядит, тогда там все проверяется в русском языке. И когда еще я училась в школе, меня учили так. Но сейчас уже нет, уже и не педагогов таких, потому что и в педвузах такие программы. Вот я сейчас рассказала очень так вот поверхностно, но вот это вот проблема, понимаете, а не ЕГЭ, что там тест. И поэтому наши дети не в состоянии осваивать программы. И это огромная проблема, и национальная проблема, на национальном уровне она стоит. И это огромная задача, стоящая на этом уровне. Потому что, ну, если у детей нет общеинтеллектуального развития часто, то что мы хотим получить в дальнейшем? Как можно будет сделать профессионалов? Никак нельзя будет сделать. Может быть, вы можете какие-то советы дать на индивидуальном уровне семьям, родителям? Что можно сделать для того, чтобы хотя бы частично или как-то подтянуть детей к нужному уровню?
Ну, во-первых, значит, уберите от детей компьютеры и гаджеты. Значит, не ломайте детям ни психику, ни нервную систему. А значит, это не полезно им. И чем позже ребенок это все увидит, тем лучше. И что страшного, пусть читают книжки. Текст, написанный на листе, который никуда не переезжает, не убегает. Да, бумажные книги, бумажные, да? Книги, да, бумажники, пусть ребенок читает. Вот это учит его концентрироваться и многому чему другому. А, во-вторых, я думаю, что если вы видите, что учебники вообще неудобоваримы, а родители часто говорят мне: Ольга Юрьевна, видите, какой учебник, да там еще ничего не понятно, то, в общем-то, нужно ставить уже где-то это вопросы. И эти вопросы должны ставить, конечно, и учителя. Конечно, учитель в классе имеет возможность объяснить как-то по-другому. Но ведь ребенок может заболеть, пропустить. Он должен прийти домой, открыть книжку и понять все-таки, что там ему преподавали. А у нас дети вместе с родителями не могут разобраться, родители не могут разобраться. Вот недавно разговаривала с одной учительница очень опытная. Да, вот эта учительница, она бабушка. И она, значит, со своим внуком делала задание. Она говорит: ты знаешь, что? Говорит: ну все задания, которые поставлены, не соответствуют психологии возраста. Понимаете, это еще советские педагоги, которые хорошо помнят, что такое возрастная психология, значит, как давать задания, в каком порядке давать задания. То есть, если мой совет родителям, что, ну, конечно, я хочу сказать, что они в незавидном положении здесь. Потому что вообще-то по-хорошему это должна быть позиция преподавателей. Что учебники негодны такие, что программы негодны такие. И вообще надо как-то объединяться. Это большая национальная задача на самом деле. Ну вот смотрите, сейчас новый министр образования. Может быть, она поможет как-то этой ситуации преломиться? Ну, если она поможет, будет очень хорошо. Но хочу сказать по поводу нового министра, который производит впечатление человека очень порядочного, интеллигентного, с одной стороны. Все-таки вот предыдущий опыт работы Ольги Васильевой, он как-то вот, ну, никак не связан вот с теми проблемными участками образования, которые вот я сейчас рассказала, которые там есть. Вот у нас в законе образования написано, что декларируется демократический характер управления образованием. Там, правда, через запятую написано там участие в управлении школами там родителей, учителей там, и так далее. Но вот все-таки управление образованием – это не управление школами. Образование в данном случае – это сфера деятельности, большая сфера деятельности. Это все направление деятельности. Поэтому, чтобы демократически управлять образованием, у нас должны быть педагогические съезды. Причем не как какие-то просто мероприятия вот такие формальные, а съезды работающие. Должны быть делегаты от школ, которые несут мнение школ. Вот эти все программы, которые сейчас у нас не только утверждаются, но и формируются государственными органами власти федерального уровня, вообще-то должны формироваться съездами. Съездами, общероссийскими съездами педагогов. А, соответственно, должны работать все уровни вот этих все вот эти уровни коллегиальных советов, съездов, педсоветы в школах, советы по городам, по регионам и общероссийский съезд. Вот потому что только эти люди все вместе в нашей стране знают, как и чему нужно учить детей. Вот пусть не обижаются ученые, они не знают, как и чему нужно учить детей. Они, конечно, понимают, чтобы было полезно, но как и чему, вот, чтобы это полезно реализовалось, они не знают и не могут. А вот эта отрасль целиком знает. Конечно, не каждая Марья Ивановна, не каждый Иван Петрович это знает. А все вместе они знают. Потому что вот когда работает педсовет, там есть люди, у которых есть какие-то системные видения, проблем, вообще говоря, направлений каких-то, они их излагают. А вот может сидеть какой-то спокойный, скромный учитель, часто с большим стажем, который очень скромен, таких людей много, которые не претендуют там на какой-то системный взгляд и что-то, хотя, возможно, внутри себя все это понимает. Сидит этот учитель и в конце добавляет одну деталь. Одну деталь. Но это именно та деталь, которая необходима, чтобы соединить там вот это системные взгляды нескольких людей и увязать их друг с другом. Одна деталь. Вот что такое педсовет. Поэтому, возвращаясь, конечно,
этому вопросу. Только этот цех профессиональный в нашей стране знает, чему и как учить. А ты меня спросил про министра, ведь у нас как сейчас? Значит, приходит министр, там любой новый, есть люди, ну, которым он доверяет, а может быть, это люди, которые его приводят, этого министра. И вот какой-то достаточно небольшой круг людей, относительно небольшой круг людей, начинает придумывать программы, требования, там вообще концепции. Ну да, они заказывают их в Академии образования, но на минуточку, у нас нет конкурсного отбора сотрудников в Академию образования. Мы же не со всей страны отбираем туда лучшие умы, они потом что-то генерируют. Нет, такого не происходит. Поэтому получается, что в образовании работают идеи, сформулированные очень небольшим кругом специалистов. Никак при этом не отобранных с этой точки зрения. Это личный взгляд там, руководитель, что вот эти люди, я им доверяю. Поэтому, а почему вся страна должна жить так, как считают правильным некая небольшая группа людей? Это вообще непонятно, почему мы так делаем. Вот демократический характер образования, заявленный в законе об образовании, значит, это значит, что прежде всего вот эти демократические подходы реализуются в профессиональных сферах. И вот в частности в образовании это абсолютно необходимо сделать. Есть в школе учителя-профессионалы, есть в школе учителя, пришедшие из других специальностей, которые вообще не владеют целым рядом знаний, которые коренным образом меняют отношение учителя к той или иной проблеме. И понимаете, вот когда им прислали из министерства, он говорит, ну, из министерства же прислали грамотные люди там, они профессионалы и так далее. А вот и учитель, он может посмотреть и оценить, грамотно это или неграмотно. И учителям не надо быть вот такими исполнителями. И учителя, понимаете, что получается? Что профессионалы, большой сообщество, исполнители того, что придумала небольшая группа, и мы не знаем, какого уровня вообще профессионалов она придумала. Это часто мы вообще не видим, это все за кулисами. Поэтому это совершенно не так. Вот профессионалы учителя должны решить, что и как, чему и как учить, а министерство должно организовать это по всей стране, но не генерировать идеи. А у нас оно генерирует идеи. Вот это и проблема. И они там нагенерировали. Я вот просто хочу сказать, например, вот в нынешней редакции закона об образовании содержит такой интересный пункт. Я вот сейчас приведу пример. Я просто когда прочитала, это, помню, меня очень удивило. Ну, я давно уже об этом знаю. Вот там, например, написано, в разделе «Основные принципы государственной политики в сфере образования» есть такой пункт «Создание благоприятных условий, внимание, для интеграции системы образования Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе». Это вообще что написано? Что за ерунда? Интеграция – это значит, что вы часть, а не целое. И целое – это вы все вместе, а вы какая-то часть. Это вообще какая-то чушь. Образование национальное не может быть частью чего-то там общего. Кстати сказать, всякая интеграция предполагает, что уровень управления становится другим. Значит, вы внутри вообще не управляете тем, что у вас происходит. Если они писали это, думая о Болонской системе, то это не интеграция. Это просто подтягивание своих программ под стандарты Болонской системы. Но это не интеграция ни в коем случае. Никак. Это отдельная тоже тема, нужно это или не нужно, все это подтягивание, сейчас об этом не говорим, но у нас есть какие-то совершенно дурацкие пункты, и поэтому вот сейчас, кстати, новый министр образования остановила второй иностранный язык как обязательный, вот я ее поддерживаю в этом, она в простой школе это, конечно, профанация, но вот, наверное, потому что они все интегрироваться куда-то хотят, они такие идеи-то генерируют. То есть нам нужно снова смотреть в закон образования, что там вообще написано в законе об образовании. Посмотреть, кто это, что это написал. Вот я, кстати, когда по поводу федеральных стандартов государственных разговаривала с профессиональными менеджерами своих выпускников, они сказали, о, Ольга, да это просто язык менеджмента. Это типичный язык менеджмента. Вот эти все фразы и формулировки. Это написали менеджеры. И они мне сказали, что вот в менеджменте есть, в частности, вот один такой взгляд, ну, а как один из взглядов, что менеджер – это универсальная специальность, и если вы подготовились на менеджменте, то вы можете чем хотите управлять. Менеджмент и управление – это, конечно, универсальная специальность, но у них есть свой понятийный аппарат.
А у нас есть свой понятийный аппарат. Если менеджер учился только менеджменту, он вообще не знает, что такое вот это понятие, чем оно является у нас в образовании. Как они это могут, это невозможно. Это, правда, не только наша система, это ряд европейских стран болеют, у них там директора, это вообще не преподаватели, но это неверно, конечно. Я еще раз свожу сюда к тому, что только профессиональное педагогическое сообщество найдет ответы из этого. И оно должно как-то чувствовать себя поувереннее. Нет, если у вас такие программы, такие учебники, и вы считаете, что это неправильно, нужно об этом заявлять и писать. Может быть, там где-то наверху для начала это не понравится, потому что как-то система дает сбой. Но в то же время, это же учителя. Это люди, которые работают для своей страны. И они для своей страны, для будущих граждан нашей страны, значит, работают. И говорят, что так нельзя, как сейчас, будет плохо. Граждане страны будут некачественно образованы. Поэтому думаю, что ничего такого страшного в этом нет, и с этим надо выходить. И, может быть, даже скажут спасибо. Ольга Юрьевна, я предлагаю спуститься на уровень черноголовки нашего Наукограда, на уровень профессионального сообщества педагогического черноголовки и, может быть, даже немножко пофантазировать. Если бы сейчас мы делали здесь лицей, то каким он должен был бы быть? Что в нем должно было быть? Какая структура? Какие преподаватели? Как это все вы видите? Невозможно сейчас открыть какую-то школу, которая претендовала бы на качество, как-то не наступая на те позиции, которые появились в образовании за весь этот долгий срок. Я говорю, на самом деле, не 10, не 15 лет, а больше. Конечно, с 91 года эти тенденции нарастали. Когда у нас произошел слом системы, там полетело все. Значит, тут начали активно переписывать этот процесс с учебниками, пошел просто лавинообразно, писались и переписывали, все новые и новые. Значит, это был также способ зарабатывать деньги. Какие-то люди лоббировали, что этот учебник будет написан именно этими авторами. То есть все эти процессы пошли, конечно, очень бурно. Да? Значит, не наступая на эти вещи, конечно, нельзя обеспечить качественного образования. Значит, учителя должны... Сейчас, как должны, было бы хорошо, чтобы они какие-то дополнительные наработки, какие-то распечатки, что-то еще приносили в классы детям, так, чтобы дети могли понимать то, что они читают, то, что они изучают. Нужно, конечно, как-то смотреть, что там происходит с этой фонетикой в начальной школе. Сейчас надо было бы начинать с начальной школы. Потому что у нас в лицее, кстати, сказать... Мы ведь очень хорошо ощутили тогда, 85-й год, я сказала, там началось это фонетическое безумие, это все в начальной школе. Значит, и это фонетическое безумие выдало нам четвертый набор. Первые три набора этим не страдали, а набор 94-го года, мы уже хорошо чувствовали, что это пришли совсем другие дети. Мы тогда еще не вполне понимали, потому что еще все это было довольно свежее, но тем не менее постепенно мы уже в этом разбирались, и уже потом, уже после, когда не было лицея, вникали, что же все-таки произошло, потому что пошли другие наборы, совершенно другие дети. У них была другая грамотность, у них была другая реакция на информацию, которую они слышали, у них были другие навыки. Я, конечно, не хочу сказать, что это были какие-то плохие дети, нет. Мы их очень любим и с ними работали, и много в них вложили, но эти затраты, эти наши, какие-то нервные, психологические, были просто настолько огромные. Может быть, еще и поэтому выдохлись учителя-то, и лицей тоже стал уходить. Вот этот вопрос. Что сейчас? Надо как-то смотреть, что возможно, как возможно повернуть, оставаясь в каких-то рамках. Потому что я понимаю, что учитель же, он тоже не может нарушать какие-то вещи. Значит, с одной стороны, нужно обращаться с письмами в вышестоящие инстанции, нужно использовать, конечно, общественное мнение, но нужно потихонечку раскачивать там, где возможно как-то увернуться от этих требований, где они не так жестко сформулированы, нужно вводить разумные методы преподавания, добавлять их. Это начальная школа. Поэтому сейчас, если сейчас начинать лицей, начинать только с начальной школы.
чтобы этих детей взять, в общем, на контроль, что там происходит. Больше внимания речи, больше внимания рассуждений, меньше вот этой всякой ерунды, которая потом, значит, не дает им учиться. Ребенок никогда не будет любить школу, если он в этой школе ничего не понимает. Мы же получили, знаете, еще такую отрицательную вещь в качестве результата, что дети не понимают и считают это нормальным. Им непонятно, там, какие-то физика, химия, это все сложно. И это норма. Они не понимают, и это норма. А ведь это не норма. Ведь ученик понимает, он хорошо себя чувствует, он рад, он любит школу, уважает учителя. Вот если он не понимает ничего, что там происходит, он не понимает, он должен как-то подстраиваться. Ах, да-да, я это имел в виду. Ой, да-да, ах, я забыл. И все вот эти уловочки детей, они не хотят быть плохими. Если ученик не понимает из-за того, что таков учебник, такова программа, он будет плохо, к сожалению, относиться к учителю. Потому что вот учитель, он и олицетворяет перед учеником. Это вот то, с чем он встречается, ученик. Хотя написали учебники другие люди, придумали программы другие люди. И учителям поэтому трудно тоже работать. Вот смотрите, вы до того, как стали директором лицея и образовали этот лицей, вы сами, во-первых, закончили школу здесь, нашу черноголовскую, и работали, и знаете многих учителей. То есть в этом смысле была преемственность. Общаетесь ли вы сейчас с педагогическим составом в черноголовских школах? И как вы думаете, у них есть, или, может быть, вы слышали от них, есть ли у них запрос на какие-то такого рода, как лицей, образовательные услуги? То есть видят ли они, что это нужно вообще? Ну, во-первых, у учителей не должен быть такой запрос на образовательные услуги. Такой запрос может быть только у родителей. Вот эти слова «услуги» мне не нравятся, понимаешь? Потому что это неправильно. Вот, кстати, новый министр образования сказал, что это не услуга. А образование, преподавание – это служение. И это действительно так. Это не громкие слова, потому что, я, знаешь, помню, это был мой первый день в 75-й школе, я только пришла работать после института, и второй день. Нас повезли на конференцию в Российскую академию образования, целый автобус учителей, и меня поразило. Они всю дорогу разговаривали о своих детях. Вот у кого какие проблемы, а как ты делаешь это, а как ты, слушай, а у меня вот та в классе. Вот мы туда ехали, туда, и также мы ехали обратно. Весь автобус только об этом говорил. А еще был август, еще не наступило 1 сентября. И я тогда спросила одну учительницу математики, Риму Алексеевну Амельчкину, которая работала в 75-й, сказала, что вы об этом разговариваете. Я говорю, все-таки у вас еще каникулы, и все. Она сказала, а вот ты поработаешь, и если ты закрепишься, останешься, ты поймешь, что учитель – это не профессия. Он живет. Это образ жизни, сказал он. Учитель – это образ жизни. И да, у меня было много возможностей в этом убедиться. Это настолько живая сфера, она настолько будоражит. У учителя, на самом деле, такие огромные возможности. Да, вот у нас поэт в России больше, чем поэт. Учитель точно больше, чем учитель у нас в стране. Это такие возможности, что люди живут этим. Люди живут этим. Да, конечно, если спускать им бесконечно какие-то глупые требования, если вообще говоря, делать почему-то профессионалов исполнителями воли небольшого коллектива группы людей, то, конечно, энтузиазм пропадает. Ну что хотеть от них и в чем их обвинять? И получается, что всем плохо. Детям плохо в школе, им непонятно, они несчастливы. Учителям плохо, потому что детям непонятно, они хулиганят, невежливо себя ведут по отношению к учителям. Вот эти все проблемы возникают. Сегодняшний лицей в Черноголовке, насколько он востребован? Ну, я, конечно, общаюсь с рядом учителей, с тем, с кем я общаюсь. Мне кажется, востребован он у родителей и учеников был бы однозначно. Если это какая-то более осмысленная, более творческая работа, которая позволяет себя чувствовать себя профессионалом и ответственным профессионалом. Ведь вот русскому человеку нужна ответственность. Дайте русскому человеку ответственность, он вам горы свернет. Не заставляйте его быть винтиком, выполняющим какие-то инструкции. Он ничего не будет делать, это не наш психотип. Так вот, если дать человеку ответственность, у него крылья вырастают за спиной.
крылья вырастают за спиной. Ну, плюс, конечно, все-таки материальное стимулирование должно быть. Работа тяжелая. Работа тяжелая, человек работает в шуме постоянно, потому что много-много детей, это все тяжело для психики. То есть это тоже должно учитываться. Думаю, что был бы востребован лицей. Думаю, что сейчас нужно было бы больше уделить внимание родной культуре сейчас. Потому что, смотрите, у нас же сейчас вот идет всякие интересные программы. Там «Учитель для России». Да, и, по-моему, возглавляют это все американцы. Значит, все это, они эти программы делают во всем мире, в разных странах. Но надо понять такую простую вещь. Успешная система образования всегда может быть построена только на национальной ментальности. Только на национальной ментальности. Потому что ты ее не перепрыгнешь. С белой ручки не стряхнешь и за пояс не заткнешь эту ментальность. Она все равно есть, она будет проявляться. Если вы ей чужеродное что-то предлагаете, она это отторгает. Поэтому нужно изучать родной язык, так как мы его не изучали до этого. Нужно изучать его смыслы, его корни. У нас уникальный реликтовый язык, который сегодня все больше и больше специалистов по всему миру говорят, что если вы хотите индоевропейские корни изучать, это в русский язык, пожалуйста. Эти голоса уже звучат. Надо изучать смыслы русского языка, надо смотреть, как народ нас жил, надо прививать определенные нравственные качества нашим детям обязательно, надо работать с патриотическим воспитанием. Но не с каким-то кондовым вариантом патриотического воспитания, что у нас все хорошо и нам ничего не надо. Нет, конечно. Нужно изучать глубинно свою глубоко свою культуру и свои корни. Это и есть патриотическое воспитание. И в этом плане, значит, будет только хорошо, плохо не будет. Потому что вот эти наши основы, они настолько замечательные, что только положительные вещи могут получиться, если на этом базироваться. Ну, посмотреть что-то из советского образования. На самом деле, когда в 91-м вообще говоря, выплеснули эту воду из старого таза, то там и ребенок вылетел вместе с этой водой. Конечно, было много положительного. Система советского образования была построена на научных основах, без сомнения. И нужно вернуться и посмотреть, что там было. Нужно вернуться и посмотреть. И все это возможно будет, если собрать педагогическое сообщество снова воедино, и не только работающих педагогов, но и работавших раньше. Сегодня есть люди, которым там 65-70 лет, они не работают, но они многое знают, и они могут сравнить. Если они не работают, то у них дети, внуки, все эти проблемы они понимают профессионально. Вот всех их надо собирать, и собирать их мнение, чтобы они вырабатывали эти решения. И мы выйдем тогда, выйдем и вырулим, чего я, конечно, всем нам очень желаю. Замечательная оптимистическая нота. У меня больше нет вопросов. Спасибо, Миш, что задал вопросы. Думаю, что вообще пришло время уже. Снова, через 25 лет, пришло время уже говорить о том, что нам опять нужно новое образование, но очень разумное. Очень разумно построенное новое образование. Ольга Юрьевна, я поздравляю вас с 25-летием лицея. Вы наверняка общаетесь с выпускниками лицея, с лицеистами. Да, конечно. Расскажите, кто они, лицеисты, каковы их судьбы, кто куда поступил, кто где работает? Ну, во-первых, мы тогда гордились очень, поступали они исключительно в хорошие вузы, черноголовки. И черноголовка всегда поступала в хорошие вузы, но это были там физтех, физфак МГУ, мехмат, там, МИФИ, МАИ. А мы еще добавили, благодаря тому, что работали в лицее, экономический факультет МГУ, Плехановскую, Академию Плеханова, Высшую школу экономики. Там журналистов у нас очень много. Ну, как сказать, большинство из них успешно идет по жизни. Кто-то из них уже живет, работает в другой стране. Очень жаль, конечно, что это происходит так. Не хотелось бы никого терять. Хотелось бы, чтобы все были здесь. Да, встречаемся, общаемся. Обычно есть о чем поговорить. Мне с ними очень интересно. Мне с ними очень интересно, потому что они уже все взрослые люди, профессионалы многие, серьезные профессионалы в своих сферах. И вот как ты понимаешь, получилось так, что выпустив этих детей, так скажем, да, мы себе создали прекрасный круг для общения. Это очень ценно. Так что
надеюсь, что у большинства, по крайней мере, из них все хорошо. Но я им желаю, чтобы все было у них хорошо. И я думаю, что, и надеюсь, что вот этой своей работой в лицее мы задали некоторую планку для того, чтобы, когда они подбирали школу, учителей своим детям, у них все-таки были какие-то критерии, как это должно быть. Спасибо. Спасибо за интервью.